Привет всем, дорогие друзья! Сегодня суббота, мы пошли погулять. Первая неделя после отпуска была ужасной. На работу я идти категорически не хотела. И сейчас не хочу. В общем, еле-еле дожили до выходных. И мы сейчас не просто гуляем, а мы собираем камни. Маленькую всякую галечку. Ну, покрупнее, помельче. Потому что мы делаем домик феи. Для конкурса поделок из природных материалов. Не конкурс там у них, а выставка в школе проходит ежегодно. Где-то уже в сентябре. Домик феи делать довольно долго. Поэтому вот мы начали заранее. И у нас не хватило камней, мы теперь ходим и везде собираем. Да. Там такие, не знаю кто, козочки что ли? Мама, смешарики. Где? Вон там. Сейчас посмотрим. Ну-ка, по мне это козы. Правда, я уж не очень люблю всякую самодельщину, но смотрятся прикольно они. Смотрите, какое толстое дерево. Огромное. Сюда трины поместятся в ширину. А тут еще и смешарики, оказывается. Прикольно, да. Так, мы пошли дворами посмотреть, что у людей тут вообще есть. Мы же тут редко гуляем. И вот мы видим такого медведя, наверное. Идем дальше. Вот смотрите, вот так у нас везде в поселке. Дома, учреждения, между ними лес. Вот в этом дворе ничего особо примечательного нет. Тут не очень удачно, тут садик у людей во дворе. Ну, детский сад. Да, кошечка сидит. И получается, что у них тут площадки-то толком нет детской. Розовые? Так, мы решили опробовать все качели в этом дворе. Да. Они, правда, конечно, старые. Ну ничего, качаться на них можно, они даже не скрипят, смотри. Сейчас опробуем эти. Выглядят уютненько. Да, но что лучше как? Ну, тут тебе рюкзак мешает сидеть. Спинка мешает. А, ну давай. Ага, сюда поставь. Ну как? Да, вполне. Какая качель побеждает? Барабанная дробь. Вот эти. Простите, мой качок. Ну, вот те лучше. Нашли вот такие классные камни зеленые. Вот камера, по-моему, не передает этот цвет. Такой классный. Так, вот у нас еще есть такая игровая площадка в виде корабля. Мы на ней уже 100 раз были, но там пацаны целой березой кого-то мочат. Так что Инна отказывается туда идти. Вот эту площадку мы уже тоже много раз показывали. Которые кто Кремль называет, то Москва. И вот еще один двор. Инна уверяет меня, что совершает самый опасный поступок в своей жизни. Да вообще... Штаны не скользят? Нет. Это не скользко, надо в леггинсах идти. А мы пришли тренировать.
Вот мы еще какую штуку нашли. Правда, она что-то уже вся разваленная. Качели нет. Веревочной лестницы нет наполовину. Ой, я пролезаю. Тебе просто канат мешает. Осторожней. А, какая-то тоже уже порвана наполовину. Так, мы покорили Эверест. Тут осталась вот такая вот. Ой. Мне она очень нравится. На ней можно качаться, да, вот так вот. Тут еще небольшая такая площадка. На улице солнечная. Он с той штуки не хочет скатиться? Ну вот с красной горки. Давай. Так, ну это последний двор на сегодня. И мы сейчас пойдем домой. Это, конечно, не все дворы в Рефтинском. Ну вот тут, видите, опять небольшая часть леса.